Приветствую вас. Ну, я бы сказал, что вы потеряли свой путь, а может быть даже никогда его и не находили. Вот. Может быть, его у вас не было никогда. Ну, пути. Своего пути. Потому что как-то уж слишком это все у вас получилось сумбурно. Да, то есть, почему, например, 17 лет вы встречались с девушкой и поженили, 21 вы стали отцом. Куда такая спешка? Да. Вот, вы пишете, я не был верным мужем, несмотря на то, что очень любил свою жену, не мог обуздать свою озабоченность. Вот. С чем это связано? Да. То есть это проблема. Это проблема, связанная с тем, как вы себя воспринимали. Да, и, ну и воспринимаете, возможно, до сих пор. Вот. Понимаете? И это, все это, нужно разбирать, вот, понимаете? И с этим нужно работать. Понимаете? Какая история? Это так вот, само по себе, да? Само по себе. Никуда не уйдет. Понимаете? То есть тут вы вот поменяли одно на другое, да? То вы поменяли одно на другое. Ничего не меняет. По сути. Абсолютно. Вот ничего не меняет. Но раньше у вас была, так сказать, страсть к другим женщинам. Сейчас этой страсти, например, нет, да, но появилась другая страсть. Вы променяли, по сути, одну зависимость на другую. Одну зависимость на другую променяли. Ну. И все, но зависимость-то она осталось, как бы, и с ней нужно что-то делать, вот. Ну и дальше, вот вы, значит, пишете, что, значит, у вас болезнь была, вот. Значит, в тот момент жена увидела в телефоне переписки с женщинами, с которыми у меня был интим. Вот откуда она это узнала? Случайно? Вряд ли. Тут я, например, уверен, что она это узнала не случайно, что у вас были переписки с женщинами. Тут, ну, не могло это быть случайностью. Вы же эту переписку не удаляли? Нет. Значит, хотели, чтобы она об этом узнала. Для чего хотели, чтобы она узнала об этом? Зачем вам это нужно было? Так, значит, она меня не бросила, сказала, что попробует родить детей, не разрушать семью. Но это не вариант, конечно. Это не вариант, мы не спали вместе, она не сказала к семье, в итоге бросила, сказала, что не любит больше. Ну, получается, что вы не приложили усилий для того, чтобы ее расположить к себе. Вот, не завоевали ее обратно.
Ну, у нее, конечно, тоже проблемы были, потому что все-таки 17 лет мы начали встречаться с девочкой, это же не просто так. Ну вот, я пытался вернуть ее, но она настроена решительно. Я оставил квартиру ему и ушел. Это было ваше решение или нет? Значит, так, дальше, понял, что без них меня ничего не радует в жизни, что все, что мне нужно в этой жизни, это они, не знаю, как мне жить теперь, у меня нет ни жилья, ни работы. Ну, понимаете, в чем дело? Это потеря личностного смысла, на самом деле. И это потеря личностного смысла, да? Ну, вот. Это, как бы, история про вас, скорее. Вот. Это история про вас, это история про то, что важно вам. Это история про то, что ценного, это история про то, что вы делаете для себя, что вы можете сделать для себя, что вы хотите сделать для себя. Понимаете? Вот. То есть это вот, по сути, то, что нужно делать вам. С собой. Понимаете, да? Вот. Просто вам нужно делать, если вы хотите исправить ситуацию. Справляться ни с чем не нужно. Справляться ни с чем не нужно. Нужно раскрыть то, чего хотите вы. Раскрыть то, что нужно вам. Раскрыть то, что ценно для вас. Именно для вас. Ни семья, ни женщина, ни что-то еще. Вы. Только вы. Понимаете? Это то, что, значит, ну, необходимо. То, что необходимо сделать, ну, вам. А это личностная работа. Работа с вами, по факту. Так что, смотрите, если вам важно выправить свою жизнь, если вам важно ее исправить, скорректировать, вот, то обращайтесь либо ко мне, либо к коллегам, вот, моим, и мы вам поможем. На этом все, в принципе. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вот, пишите в личку, я буду рад помочь. Вот, подумайте, почему вы изменяли своей жене. Подумайте, почему сейчас вы не можете жить без них. Тут вам ничего не нужно. Все это не просто так. Все это из-за неуверенности в себе, из-за непринятия себя, из-за страха, из-за отсутствия своих личных систем ценностей, которые у вас должны быть. Вот. Все это корректируется, все это создается, процесс индивидуальной работы. Вот. На этом все.
Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.